Диагноз – голодный бунт. Во Львовской области на митинг вышли медики. Они перекрыли трассу, поскольку уже несколько месяцев люди не получают зарплату. Почему? Разбиралась Галина Якушко. Врач-стоматолог Олег Блажьевский сегодня не работает. Пришел на митинг. Говорит, зарплату не видел уже несколько месяцев. К нам не заходи. Як вам сказати, на жіншу зарплату покшажем. Та складно, бо тому що до хати чоловік не приносить грошей, то тут складно трошки є. Фельдшеры, медсестры, санитары в такой же ситуации. Чтобы получить заработанные деньги, перекрыли дорогу Львов-Самбор. Час ходили по пешеходному переходу. Медикам зарплату! Водители, которые вынуждены стоять в пробке, акцию не поддерживают. Врачей называют взяточниками и коррупционерами. Приехал на акцию начальник самборской полиции и говорит, уже открыты два уголовных производства. Первое по факту блокирования трассы, второе за невыплату зарплаты. Вчера было таке же самое перекрытие, порушено криминальное провадження. По факту. Самборская центральная больница получает деньги из городского и районного бюджета. В этом году на зарплату ушло более 30 миллионов гривен. Но этого недостаточно. Врачам должны еще как минимум 13 миллионов. Такой суммы ни в районе, ни в городе нет. Областные власти считают, что около 1000 человек штата – это слишком много и предлагают часть уволить. Место повинно было бы шукати значную частину грошей на месте. Або за рахунок оптимізації мережі, або краще працювати над мобілізацією податків і зборів. Облдержадміністрація ініціювала ревізію, перевірку, аудит і так далі на предмет того, все-таки, де вони ж діли свої фінансові ресурси. Мэр Самбора утверждает, медики и так бегут из больницы еще немного, и врачей будет не хватать. Мы не можем, скажем, сбить эти цифры, потому что это и больше 10% это массовое звільнення. Працівників. Це по-перше. По-друге, ми тоді не зможемо надавати якісні медичні послуги. Я повторюся, але ми надаємо не тільки 35-тисячному місту послуги медичні, але й іншим районам. Где достать деньги? Пока ні обласні, ні місцеві власті не знають. Хочуть обратитися в Київ і надіються, що отримають відповідь в ближайші кілька днів. Ну а самборські медики намерені продовжувати свою акцію завтра, уже возле мерії. Галина Якушко, Юрій Голубінко. Подробності телеканал Інтер, Львовська область.